И всем привет, друзья, с вами я, Димпи, и в этом видео я покажу, как сделать рентген в Melon Playground. Но самый настоящий рентген под прошлым видео, которое выложил 2 часа назад, вы проявили такой бешеный актив, я просто был в шоке. Вам оно так зашло, и вот я делаю туториал. Перед началом видео ставьте лайки, те, кто не подписаны, подписывайтесь, ну а мы начинаем. И первое, нам нужно зайти в мод эдитор. Потом нам надо добавить ящик и надо заменить его текстуру на текстуру хромакея, то есть зеленого фона. Так, давай грузись быстрее. Сейчас все добавится. Блин, не туда зашел. Вот. И вот, загружайся. Так, делаем потом минимальную, просто чтобы он был маленьким. И вот эти полосочки подгоняем под размер нашего ящика. Так, подгоняем, чем это лагает, просто пипец лагает, не знаю почему. Так, все, и после этого просто сохраняем и выходим. После этого нам нужно зайти в карту, на карту, давай быстрее заходи на карту. Все грузится, мы заходим на карту, давай быстрее. И после этого нам нужно поджечь и до костей сжечь нашего арбуза, чтобы он был красным. Итак, вот мы его сожгли, такой череп красный получается, его нужно приблизить и заскриншотить. Давай скриншотишься, я жду тебя, очень долго жду, пока ты заскриншотишься. Все, после этого нам нужно взять арбуз, потом нам надо взять тот самый зеленый фон, включить запись и начать снимать вот прям точно такие же движения, которые я делал. Ну не прям точно такие же, просто вот этим квадратом водить возле арбуза. Вот так вводим, короче, вводим. И это все надо снимать. Это обязательно нужно снимать. Так, давай. Ну, в принципе, не знаю, столько времени будет достаточно, чтобы сделать такой рентген. После этого мы заходим в PixArt. Выбираем тот скриншотченный череп. И вырезаем его. Вырезается довольно просто. Думаю, да каждый догадается. Потом заходим в CapCut и выбираем наше то самое видео. Сначала делаем черный фон. После этого добавляем то самое видео, которое мы снимали. Давай грузить быстрее. Сейчас грузится очень долго. Блин, я чуть не обдумал. Надо было, наверное, просто это сделать ускоренной съемки. Ну ладно, все было. То есть, то есть. Так, давай грузись быстрее. Все загрузилось. Так, приближаем. И после этого нам надо добавить тот самый черепок вырезанный. Мы делаем его поровнее и подгоняем под размер арбуза. Давай. Все. После этого нам надо заменить. Так, ну сперва подгоняем размерчики. Все ненужное удаляем. После этого череп нам надо заменить на первый слой. Все показано на видео. После этого мы выбираем хромакей, выбираем зеленый фон. И делаем, как у меня, размер. Размер будет 68. Примерно такой выбираем. И все. У нас все готово. Рентген вышел просто легко. Не знаю, кому понятно, кому нет. Но на этом было все. Всем удачи и всем пока.